Не помню! Не помню! Что такое? Ничего. Вероятно, в моей походной аптеке что-то лопнуло. Не беспокойтесь. Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. Нет, до сих пор голова. 34. А студенты? Они акробацию устроили. Три корзины, два венка и... Да, это вещь. 50. Ровно 50. Ну, я думала, такой удивительный туалет. Что-что, одеться я не дура. Гости играют. В газетах бронят его очень. 77. Охота обращать внимание. Ну, ему не везет. Он все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то неопределенное, больше похожее на бред. Ни одного живого лица. 11. Вы подстрелили чайку. Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Это не то. Это может огорчить.